Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S24. И сейчас я покажу вам, как очистить кэш. Итак, для начала мы отключаем наше устройство. После его полного отключения мы зажимаем, мы подключаем телефон к компьютеру и зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. Попадаем в режим recovery. Здесь мы можем отключить, в принципе, телефон от компьютера. И здесь нам нужно выбрать Wipe Cache Partition, выбираем и нажимаем Yes. И нажимаем Reboot System Now. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.